Всем добрый вечер. У нас уже вечер. Знаете, сегодня целый день как совраска. Сначала съездила, купила комбикорм. Потом мы тут занимались старыми холодильниками, увезли их, отдали. Немного деньги так заработали. А то стоят просто так. Я говорю, что мы с их держим? А, говорю, отдать их. И потом заехала в город по пути. Ну, вот садик зашла, с садика пришли. По пути заехала, купила чай, две пачки Нури. Чтобы запас дома был. Ребятишкам также купила чокопай их любимый. Тут 12 штук, упаковка в красно-белом 89. А мы туда заехали чай, то что там дешевый. И также эти взяла. Сейчас ходила в магазин, взяла котенку вот такой корм. Объясню для чего. Первый раз в жизни взяла. Мне надо котенку скормить таблетку. Ну, там раз определенное время надо поить таблетку. Он у нас, в тот раз мы ему давали с обычным мясом, он его выплюнул, он его есть не стал. Попробую его теперь с этим дать. Надеюсь, что съест. Потому что не знаю, как еще. Напишите, пожалуйста, как вы скармливаете котенку вот таблетку. Потом купила имбирь, баночку. Вот смотрите, баночка такая маленькая, 69 рублей. Мы покупали имбирь, большую пачку, 100 рублей, там килограмм. Разница какая. Ну вот поеду теперь, может, если там смогу зайти. Дальше купила колбаску какую-то, которую всегда берем, не было. Тут стёганка какая-то взяла, половинку палочки. Морковочки корейской для сына. И пол пакета взяла ребятишкам мандаринок. Сегодня также ребятам дали в садике такие апельсинки. И да, я наконец-то вышила Марине пасхальное яйцо в садик. Отнесу. Завтра у нас отключение воды, они дома будут. И в школе, да, тоже все дома будут на дистанционном обучении, будет один день. Не все. А, да, Егор будет в школе. Да, можно. Конечно, бери. Марине, Ваню отнеси сразу. Так что вот такие вот, ребята, у нас дела. Да, по совету своей подписчицы, вчера купила вот такие вот торфяные горшочки. Буду в них помидоры пересаживать. И взяла еще вот такие вот горшочки тоже на пробу. Хочу в них посадить тоже кое-что на рассаду. И вот посадила. И вот что-то вот не знаю. Некоторые, смотрю, уже садят кабачки, огурцы. Но мне кажется, еще рано, ребят, садить. Напишите в комментариях, кто с вишерей. Кто-то садит уже на рассаду кабачки с огурцами. Но мне кажется, еще рано. У нас еще снег в огороде лежит только в путь. Что-то некоторые торопятся прям так через чур. У нас еще снега пол огорода. В целом, вот такие вот. Так что скоро будем с вами пересаживать помидорки. Ладно, пойду я чай попью. Ладно, всем мы желаем хорошего настроения. Всем желаю всего самого хорошего. Оставайтесь с нами, берегите себя, берегите свое здоровье. И тогда будет все супер. Всем доброе утро. Я собралась в город, еду в город покупать Оксане ко дню рождения торт. Сегодня, как вы знаете, у Оксаны день рождения. Поэтому едем покупать. Идем со Светой по аллее. Купила Оксане вот такую вот раскраску. А это Свете надо. Квиллинг. Они... На каком уроке вы делаете? На трудах? Да. На трудах что-то они делают. Вот за 100 рублей такую пачечку цветных взяла. А то мы ее всегда брали. У тебя какие были тогда прозрачные, да, какие-то? Угу. И вот Оксана такую раскраску взяла, русалку. Она раскраски у нас любит. И все, ходим, смотрим ей телефон. Она без телефона у нас. Хотим ей телефон взять. На день рождения подарок. Сегодня нашей Оксане 8 лет. И вот сейчас смотрим, где какие вообще сначала, а потом уже будем брать. Сейчас идем в Евросеть. Посмотрим там еще. Ладно, бежим, бежим, бежим. Всем еще раз здрасте. Съездила я в город по делам и зашла в магазин. Что купила? Купила вот такие вот шоколадки деткам. Сейчас, так как Оксане подарки подарят, остальные обидятся. Поэтому, чтобы остальным дать, тоже шоколадки взяла. Дальше купила молока. Пакет, куда буду упаковывать ребенку в подарок. И 3 булки белого хлеба. Это потом хлеб покажу дальше. Так, киса-кыш. Дальше зашли мы здесь в магазин. Я хочу сделать салатик. Купила болгарский перец 3 штучки и 3 огурчика. Потом сына у меня старший попросил финики. Говорит, мам, ты в этом месяце еще финики не покупала? Купила финики ребенку. И также купила пекинскую капусточку.
вот такую большую взяла, так как у меня семья не маленькая. Дальше в магните Пятерочки, там в магните мы брали. А здесь взяли коржи. Также коктейли я себе брала, выпила уже. А, вот это вот, это что? Это Егор газировка или что? Газировка. Газировка какая-то. Короче, ребенок меня выписал. Дальше мужу взяла на работу бич-пакет. Потом взяла им бородинский хлеб, я любитель его. Увидела дешевый ванильный сахар по 7 рублей за пакетик. Тут идет сколько грамм? 8 граммов. Взяла себе несколько ванильного сахара. Еще ванильный сахар. Купила сгущенку для коржей, так как одного торта им будет мало. Также купили сок. Маленький, это я брала, хотела попить. Кетчуп взяли, потому что дома заканчивается. Взяла курочку одну, хочу разрезать ее. Ну и как вы думаете, ребенка я оставлю без торта? Да, я же коржи купила. Вот такая вот плохая мама. Нет, ребят, я ребенку купила тортик на день рождения. Будем сегодня праздновать. Сделаем ребенку подарок. Также, что я еще купила на подарок ребенку? Так, ну сначала давайте без подарка. Вот это вот меня попросила Света. Они какую-то ерунду там делают в школе. Не знаю, что они там делают. Но вот такую вот штучку мы взяли ей. Дальше, дальше, дальше. Что мы купили Оксане на подарок? Вот такую вот штучку. Это киндер-яйцо. Будем сразу... Катя, держи пакетик. Сейчас сразу буду туда укладывать. Вот такое вот, короче, киндер-яйцо мы взяли. Дальше... Оксане мы на подарок взяли вот такую вот картину по номерам. Я вам уже показывала по дороге. Шла вот такая русалочка. Будет ей. Катя, сходи там. У меня в шифонере на самой верхней полке большое, да. Я ей в Перми покупала чупа-чупс. Когда мы с Машей еще в Пермь ездили, мы с Машей там его купили. Также ребенку я взяла на день рождения телефон. Вот такой. Плюс стекло еще взяла. Это ей будет подарок от всей нашей семьи. Телефон ей в подарок будет. И также вот такой вот я в Перми покупала чупа-чупс. Кого? Телефон вот такой вот взяла, я сенсорный. Расцветку телефона мы вам позже покажем. Вот такой вот в целом будет у нее кулечек с подарком с Йоном. Ну, также к этому телефону в подарок шел кнопочный. Кнопочный пускай лежит. Понадобится где-то. Все. Сейчас мы все готовим. Накрываем на стол. Оксана пока в это время гуляет. Катя прибирается в комнате, все, готовимся, и сейчас будем праздновать. Дорогие друзья, у нас ужин. Сегодня у Оксаны день рождения, да, Оксана? Сейчас они покушают, и потом будем праздновать. Да, Оксенька? Пока у них... Что у тебя сегодня, Марина, на ужин? Расскажешь? Ваня, ты расскажешь, что у тебя сегодня на ужин? Мяско. Колбаска, да? Салатик и рожки ваши любимые. Морковка есть также корейская и кетчуп. Ну, кто что захочет. Всем приятного аппетита. Спасибо. Бери. Мама. Оксана, мы тебя хотим поздравить с днем рождения. Пожелать тебе счастья, здоровья, успехов, чтобы ты хорошо училась у меня, маму, чтобы слушалась и всем помогала. Мы Оксане дарим вот такой тортик красивый, но потом я вам сфоткаю покажу. Оксана, теперь слушай внимательно. Тебе надо загадать желание и все свечечки сдуть. Загадывай про себя желание, вслух не говори. И сдувай. Сдула? Да. О, молодец! А вот это, Оксана, тебе подарки от нашей всей, при всей семьи. И от Егора, и от Вани, и от всех-всех-всех. И от меня. Да, от всех, и от Маши. Маша, там тебе показывай, что и это у тебя. Кати нет. Раскраска. Раскраска. А Кати нет. Свечка упала. Да, я знаю. Мой. Показывай, что это. Как думаешь, Оксана, мой. Что это у тебя? Какой-то телефон. Телефон, да, сейчас давай сначала дальше доставай, да. Потом мы покажем все это поблизости, сфоткаем. Это меня. Это Маша тебе выбирала такой. Кукова. Чупа-чупс, покажи на камеру то, Оксана. Вот такой вот чупа-чупс. Большой. Да, еще что? Сок, правильно. Домой.
сок. Нет, это Оксанин сок. И еще, а это Егор тебе выбирал. Это все. Давайте сейчас вблизи я вам покажу, что мы Оксане подарили. Так, Оксане, конечно, торт. Вот такая вот раскраска. Вот такой вот киндер какой-то. Сейчас Оксана распечатает, вам покажет, что там. Ну, вот сок. Вот этот вот чупа-чупс, это Маша в Перми выбирала. Такой мы привезли ей. И, конечно же, я подарила Оксане телефон. Он недорогой, дешевенький. Сразу говорю, Машенька, поможешь открыть? Потому что Оксана не сможет его открыть. Сейчас мы... Подожди. Я покажу вам, какой он. Вот такой вот он идет. Подожди. Вот такой вот телефон. И вот такой вот красивый. Оксана пока в школу его не будет брать. Она будет только дома им пользоваться. В школу будет простой брать. Потому что я понимаю, что у тебя в школе просто могут украсть его. Поняла? Поэтому будешь только пока дома им пользоваться. Ну, вот в целом вот такой телефон. А в школу мы ей обычный кнопочный дадим. Маша, принеси, там в холодильнике шоколадки лежат. Мы ребяткам решили всем еще купить шоколадочки, чтоб обидно не было. Будешь открывать? Ну, давай, открывай. А это уже, Оксана, твой телефон. Показывай, что там у тебя будет. Да. А вот такие вот шоколадки я решила всем ребятишкам взять. Выбирайте. Подожди, Марина, я тебе сейчас положу, какие. Подожди. Какую хочешь? Расцветки разные. Давай быстрее выбирай. Ваня какую хочет? Маша, выбирай. Ваня не хочет, мы его наискушаем. Ну, иди Егорке одну какую-нибудь шоколадку отнеси. Так, Оксана почти распаковала. Это тут еще Свете, Кате осталось. А Катя уже, по-моему, брала. Свете еще осталось. Давай, Маша, помогай ей. А ножнички принеси возле компьютера. И сейчас посмотрим, что же там у Оксаны интересно. Нам самим интересно, ребята, что же там такое будет. Положи сверху шоколад. А вот так вот, чтобы не открывалась коробочка. Сегодня Оксана довольная, да, Оксана? Угу. Оксана, ты что больше всего хотела на день рождения? Телефон. Нет, ты просила детскую косметику, а я тебе ее не купила, потому что тебе еще краситься рано. Поэтому телефон получила. Дай, Маш, вот не ножиком. Сейчас, подождите, ножницы принесу. Все-таки распечатал. Ножик отодвинь от нее. Давай теперь открывай. Ого, там сколько всего. Тут какая-то подставочка еще идет. Такой интересный киндер. Так, ой, там что-то еще упало. В чай, наверное, упало. Это что такое? Покажи. Это платьишко. Это платьишко какое-то и сапожки. Еще конфетка. Давай. Да, еще конфетка такая пластиковая. Сумочка. Или человечек такой будет. У тебя сборный брелок, наверное, будет сборный. Туловище, конечно, это сборный брелок. Сейчас мы соберем его. Давай дальше другие пакетики распечатывай. Сейчас мы все найдем. Маша, помоги ей распечатать. А, все, она распечатала уже. Бутылочка. Это как наподобие лолов, да? Очки. Голова, туловище. Еще что-то там есть, нет? Нет. Есть. Другой половинки-то. И еще что-то есть. Что там это у тебя было? Покажи. Какой-то шарик светящийся. Это, наверное, светится брелочек. Сейчас мы проверим, что это, как, где светится. Да. Дальше. Третий распаковывай. Надо, подожди. Наверное, будто выключить здесь свет и все. Это вот такой светящийся брелочек. Это, наверное, куда-то вкладывается. Сейчас посмотрим. Подожди. Да. Ваня, подожди, не трогай. Маш, помоги, пожалуйста. Выключимся, брелочек. Давай. А это что такое? Да. Это парик. Это волосы у кукол. Все, что ли? Там больше ничего нету? Сейчас мы соберем и вам покажем, что получилось.
Так, ребят, как смогли, собрали. Вот такая вот куколка у нас получилась. Очки, ну, сумки. Платье вообще не держится. Ну, да, еще очки. Ну, вот такое вот у нее киндер-яйцо. Оди у тебя ножка. Давай, слаживай сюда и закрывай. И будем следующий киндер открывать. Вот такой вот будем киндер открывать. Пушок. Батишки-то. Тут какой-то, ну, брелок будет. Сейчас открою, Оксана, и покажем, там, что там. Чуп-чуп. Давай. Показываем. Вот такой вот Оксана чупа-чупс получился. Очки забыла. Она открыть не может. Очки. Маш, мама, она очки помоги забыла. Ну, положит. Скотч убирай, давай скотч. Плохо убрала, наверное. Сейчас помогу ребенку, наверное. Или сама справишься? Нет. Все? Нет. Давай, 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 давай. Что? Давай, Оксаночка, показывай. Что там у тебя? Чупа-чупс. Собачки. И брелок. А. Смотри, брелок! На портфель можешь повесить. Ты довольна? Спасибо большое всем за поздравление. Да, спасибо огромное всем за поздравления. Сегодня очень много Оксана поздравили, но она еще стесняется, поэтому уж, ну ладно, ей простительно. Ну что, будем чай пить? Да. И скоро будем раскрашивать вот эту вот картинку. Там есть такие, мама, вот красочки. И будет это Оксанина еще одна. У нее есть одна. Какая у тебя есть? Единорожек. Сейчас будем резать вот такой красивый торт. У нас уже вечер. Мы пошли в магазин купить конфетки. Оксане завтра, чтобы она в школу ребятишкам унесла. Ну, у них так всегда, когда они день рождения празднуют, то в школе тоже обязательно что-то такое принести. Вот мы и пойдем в магазин сейчас. Потом покажу, что куплю. Все, ребят, сходила в магазин. Купила конфетки «Курьез» и «Зебра». Там остатки, посчитала, больше 30 штук. Это Оксана унесет в школу, ребята. Угости, давай. И Егор меня попросил еще вот эту вот, как называется? Спрайт. Спрайт? Я не разбираюсь, ребят, в этих газировках. Но факт то, что спрайт. Так что вот такие... А, еще сыр российский мы взяли, да, вот. Все, все покупки. Вот такой, ребят, у нас сегодня был день. Если вам понравилось, не забывайте поставить лайк, написать комментарий. Всем желаем всего самого хорошего. Если у кого сегодня день рождения, поздравляю вас тоже с днем рождения. Желаю крепкого-крепкого здоровья. Желаю всего-всего самого хорошего и долгих лет жизни. Всем пока-пока.